полный запрет на распространение в СМИ любой информации о расследовании субботнего теракта в Анкаре ввели власти Турции. Случилось это после того, как одно из влиятельнейших изданий, газета «Хюрриет», со ссылкой на источники в полиции, опубликовало имена предполагаемых исполнителей субботней атаки и детали их биографии. Так выяснилось, что младший брат одного из них 3 месяца назад подорвал себя в толпе демонстрантов в городе Сууч. Также, по данным следствия, террористы имели тесные связи с группировкой «Исламское государство» и учились взрывному делу в лагерях на территории Сирии. В то же время пока не отвергается версия и о причастности ко взрывам боевиков Курдской рабочей партии. Добавлю, что после двойного теракта в турецкой столице, который унес жизни 99 человек, по результатам внутреннего расследования был уволен начальник полиции Анкары и еще 2 высокопоставленных офицеров МВД.